16, turn left, heading 260, intercept localizer. American 660, turn left, heading 310. 310, heading American 660. Во время полета никто не пострадал. На самом деле мы даже не взлетали. Это не настоящий самолет, а специальный тренажер. Один из учебных классов школы для бортпроводников, которых на земле учат всему, что придется делать в воздухе. Я решил на себе проверить, что же это значит стать одним из них. Считается одной из самых романтических. Безупречная внешность, изящная униформа и уникальная возможность, приехав утром на работу, вечером оказаться в другом городе, в абсолютно незнакомой стране или вовсе на противоположном конце земли. Для бортпроводников это рабочие будни, за которыми пассажирам не видна другая, малоизвестная сторона профессии. Колоссальные нагрузки, ненормированный рабочий день, ответственность за безопасность пассажиров. Сегодняшние бортпроводники – это не официанты на борту самолета, а профессиональные спасатели, которых специально обучают и постоянно тренируют. Работа достаточно сложная, и физическая, и эмоциональные нагрузки достаточно высокие у нас. Ну, про романтику, наверное, говорить не стоит. Романтика была изначально, когда только хотелось прийти, да, летать, стать бортпроводником. А сейчас нужность, полезность свою просто ощущаешь. Хочется опыт свой передать молодежи. Профессия бортпроводника до сих пор остается одной из самых желанных. Но чтобы получить направление в учебно-тренировочный центр для авиаперсонала, одного желания мало. Требования к претендентам почти как к кандидатам в космонавты. Врачебно-летная экспертная комиссия – первый серьезный рубеж на пути освоения профессии бортпроводника. Но из-за жесткого отбора путь этот, едва начавшись, в медицинском центре для авиаперсонала может и закончиться. Если честно, я, как и все здесь, немного волнуюсь. Претендентам в бортпроводники нужно пройти медицинскую комиссию из 18 врачей. Сначала психолог. После собеседования с ним из 1000 кандидатов 150 отправляются искать другую работу. Психологические тесты разработаны специально для людей, чья профессия связана с экстремальными ситуациями. Вам как бортпроводнику придется уметь владеть собой, потому что бывают разные ситуации. Допустим, самолет попал в зону турбулентности, самолет начал трясти, люди волнуются. Вам при этом нужно соблюдать спокойствие и уметь успокоить пассажиров. После определения психологической пригодности врачи проверяют физические способности будущего бортпроводника. Сначала измеряют силу рук с помощью динамометра. Минимальный показатель для мужчин – 30 килограммов. Прекрасно. 50 ровно. Отлично. Для мужчин это хороший показатель. Тебе, пожалуйста, пойдем померяем рост и вес. К росту бортпроводников есть определенные требования. Согласно авиационным правилам, и у мужчин, и у женщин, он не должен быть меньше 160 сантиметров. И все бортпроводники не должны быть выше 190 сантиметров. 184 сантиметра. Очень хорошо. Теперь, пожалуйста, на весы. Избыточный вес для мужчины ростом 1,80 м – это больше 100 килограммов – повод отказать кандидату, как и излишняя худоба.
За внешним видом будущих сотрудников в авиакомпаниях следят строго. На видимых частях тела не должно быть татуировок и шрамов, на лице родимых пятен. Обращают внимание на тембр голоса и речь. Никаких дефектов. Тщательно проверяют зрение с использованием цветового теста, как у водителей. Проводят диагностику обонятельных способностей и слуха. Тестируют вестибулярный аппарат, точно так же, как у летчиков и космонавтов. Вот так начало чуть-чуть укачивать, если честно. Бортпроводникам достаточно продержаться 1,5 минуты. Обычно неприятные ощущения появляются уже после 40 секунд. Ощущения, если честно, не очень. Хочется посидеть. Я даже вспотел, до сих пор слегка покачивает. Но, к счастью, это был последний кабинет, где нужно было проходить обследование. В России существует несколько школ, где готовят бортпроводников. Авиационная школа Аэрофлота – самый современный на сегодня учебно-тренировочный центр для авиаперсонала. Каждый месяц он выпускает больше 100 стюардесс и стюардов. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Добро пожаловать. Да. Пожалуйста, мы группа готова. Я предлагаю вам переодеться в специальную одежду, комбинезон. Мы пройдем тренажер для дальнейшей работы. Отлично. На комбинезонах никаких молний, пуговиц и карманов. Ничего, чем можно за что-нибудь зацепиться во время тренировки и получить травму. Все занятия по аварийно-спасательной подготовке – это смоделированные экстремальные ситуации. Все упражнения разработаны на основе реальных событий. Сценарии постоянно меняются. Наш полет проходит по направлению Москва-Казань. Время в пути 2 часа 15 минут. Желаю вам приятного полета. Занятия построены в форме ролевых игр. Так учатся и новички, и действующие бортпроводники, которые каждый год проходят переподготовку. У нас произойдет жесткая аварийная посадка на сушу в аэропорту Нижнего Новгорода. Осталось 23 минуты. Вот бортпроводники возвращаются в салон и нам сообщают, что справа двигатели пожара. Это значит, что нам предстоит аварийная посадка. Первая задача бортпроводника – сообщить об этом всем пассажирам, при этом сделать это так, чтобы не поднять паники. До посадки 20 минут. Бортпроводники напоминают пассажирам про расположение аварийных выходов, просят пристегнуть ремни и показывают, как лучше сидеть во время аварийного приземления. Самое безопасное положение для человека – поза эмбриона. Принять ее можно, даже находясь в кресле самолета. Положите голову на колени. Place your head on your knees. Обхватите ноги под коленями, держите крепко. Колени вместе, ступни врозь. Больше всего внимания уделяют особым категориям пассажиров. Тем, кто летит с детьми и людям с ограниченными возможностями. Им все показывают индивидуально. В это время в салоне появляется дым. Он попадает внутрь самолета через систему кондиционирования. Самолет приземлится через считанные минуты. Бортпроводникам необходимо раздать всему салону мокрую ткань, чтобы никто не задохнулся и самим успеть пристегнуться. При этом не прекращая проводить инструктаж пассажиров на двух языках – русском и английском. Не кричат бортпроводники, которые в бортовой части самолета. Дамы и господа, говорит командир корабля. Cancel alert, cancel alert. Наш самолет благополучно произвел посадку в аэропорту Нижнего Новгорода. Благополучно и безопасно. Один из главных навыков для бортпроводника в аварийной ситуации – правильно и быстро открыть дверь. При этом второй рукой нужно сдерживать пассажиров. Для отработки эвакуации в тренировочном комплексе собраны дверные блоки всех пассажирских самолетов, которые сегодня используются в России. На этом занятии мы учимся эвакуироваться из авиалайнера «Сухой Суперджет». Цена ошибки в данной ситуации – это человеческие жизни. Помните об этом. Итак, начнем. Passenger evacuation, passenger evacuation. Расстегнуть ремни, снять обувь, оставить все на выход. На тренажере можно задать различные ситуации, как за бортом, так и внутри салона. Сымитировать пожар или отключить автоматическое открытие дверей.
На эвакуацию всех пассажиров по международным авиационным правилам отводится ровно 90 секунд. Согласно расчетам, эти полторы минуты самые безопасные. Самолет не взорвется и не утонет, если сел на воду. Трап в случае нештатной посадки надувается всего за 5-6 секунд. В пассажирских самолетах таких аварийных лестниц несколько. Пассажиров эвакуируют по всем сразу. При спуске нельзя касаться трапа руками. Можно обжечь ладони или сломать палец. Или, что еще хуже, сам трап повредить. Тогда жизнь остальных пассажиров окажется под угрозой. Первое ощущение, как на горке в детстве, но на самом деле это одна из самых серьезных тренировок, от которых зависит как жизнь бортпроводников, так и всех пассажиров. Даже если эти навыки никогда не пригодятся в работе, из всей учебной программы аварийно-спасательная подготовка, без сомнения, самая важная часть. Ну, за 18 лет могу сказать, что единственный экстремальный случай был, это буквально 2 года назад. Самолет, на котором Елена Крылова была старшим бортпроводником, совершил аварийную посадку в Шереметьево. У Боинга, летевшего из Ханоя, загорелась правая стойка шасси. 4 аварийных выхода по правому борту из-за пожара оказались заблокированными. Командир вызвал меня по переговорному устройству, сказал: «Елена, у нас проблемы, будем эвакуироваться». Благополучно всех эвакуировали за 60 секунд. Как отучили нас в свое время, так и отработали. Паники на борту не было. Вспомнил все, что должны сказать и что сделать. На борту находилось 196 пассажиров. Никто из них не пострадал. Метров 100, не меньше. Наш самолет совершил экстренную посадку. Это только один из сценариев, по которому занимаются в школе для бортпроводников. В случае приводнения надуются спасательные плоты. В большинстве современных самолетов их роль выполняют аварийные трапы. Сейчас наша задача забраться на спасательный плот. Здесь есть такие специальные лестницы. Часть пассажиров после аварийной посадки попала не на плот, а в воду. Им необходимо помочь в первую очередь. Бортпроводник должен вот так сидеть на краю плота и помогать остальным пассажирам. Такое тоже бывает. В этот момент я понимаю, что работал бортпроводника в буквальном смысле. Во время занятий в бассейне бортпроводники выполняют различные упражнения. Инструктор может менять сценарий как угодно, постоянно придумывая новые задания. Сейчас мы натянули тент, будем собирать дождевую воду, потому что непонятно, когда прибудет рисково-спасательная группа, а запас пресной воды на нашем плотоне такой большой. Каждый плот оснащен аварийным запасом, но вода в нем в первую очередь для детей и для раненых, эвакуация которых тоже отдельное упражнение. Теперь я уже в роли бортпроводника и спасаю раненого пассажира. Моя главная задача – проплыть несколько метров и помочь ему забраться на спасательный плот. С задачей я справился. Упор делается не на силу одного конкретного там человека или какого-то, да, а на работу в команде именно, что бортпроводники должны все вместе отрабатывать одни и те же процедуры. А ведь пассажиры, которые приходят на борт, они ничего не знают о самолете. Они не знакомы с особенностями самолета, не знают, как себя вести в той или иной ситуации. Мы всему этому учим бортпроводников. В марте 2007 года, Москва, Нью-Йорк. Ребенок 11 месяцев, потерял сознание. У него отсутствовал пульс, проведены реанимационные мероприятия. 2008 год, Москва, Пекин. Так начинается занятие по медицинской подготовке. Марьяна Сигова во время полета не раз спасала пассажиров. По образованию она врач-педиатр. С будущими бортпроводниками занимается по программе, разработанной совместно со специалистами кафедры экстренных ситуаций Института медико-социальной реабилитологии. По точно такой же обучают сотрудников МЧС. Вот умер пассажир.
Сначала я должен проверить, есть ли у него пульс. Проверяю на сонной артерии, пульса нет. Мне нужно его спасать. Если пассажиру стало плохо, а в самолете нет врача, бортпроводники должны оказать ему первую помощь. Для обучения используют тренажер Гоша. Манекен оборудован различными датчиками и индикатором правильности выполненных действий. Последний раз что-то подобное я делал в школе на уроках ОБЖ. С тех пор эти навыки в жизни так и не пригодились. Но бортпроводник должен быть готов ко всему, так что приходится много тренироваться. Когда при искусственном дыхании вдох проходит в легкие, это видно и без всяких датчиков. Грудная клетка манекена поднимается, как у человека. Через несколько минут создается полное ощущение реальности происходящего. Раз, два, три, четыре, пять, вдох. Боже, живи. Саша, может, поменяться нужно? Вот, я все зрачков привезлась. Ну-ка. Все. О, он ожил, мы его оживили. Каждое такое занятие еще и психологическая подготовка. Инструкторы учат будущих бортпроводников не только не бояться экстренных ситуаций, они должны привыкнуть, что это часть их работы. На борту могут возникать самые разные ситуации, но для бортпроводника ни одна из них ни в коем случае не должна быть неожиданностью. Готовиться приходится ко всему. Сейчас я нахожусь на тренажере, который называется «Тушение реального огня». И здесь меня научат справляться с пожаром. Необходимо специальное оборудование. В данном случае мы используем очки и огнетушительные перчатки. Пожалуй, самое опасное занятие из всех, которые пока у меня были. Тут реально страшно. Перчатки пахнут дымом. Хотя большинство авиакомпаний давно запретили курение на борту, пожары иногда случаются. Пожар может возникнуть в любом отсеке салона, так что сейчас мы даже не знаем, что будем тушить. Сейчас должна раздаться сирена. А вот, даже уже без сирены есть огонь. Берем сначала огнетушитель, отстегиваем его одним движением. Огнетушитель нужно держать вертикально всегда. С пожара дверки. Так, Влад, подскажи, что нам нужно делать сейчас. Сейчас открываем дверку сначала, да? Держаться от огня нужно примерно в метре где-то. Преподаватель внимательно следит за каждым действием своих учеников. Если студент допустил ошибку, пламя не погаснет. Главная цель этих занятий – победить не огонь, а собственный страх перед ним. Многие, которые потом говорят, что было совсем не страшно, они дрожат, я просто это вижу, когда они переступают порог тренажера. Дрожащими руками открывают створку, и потом этот страх уходит, когда у них огонь гаснет. Больше всего внимания во время обучения уделено, конечно же, умению действовать в экстремальных ситуациях. Но во время полета эти навыки, к счастью, бывают нужны крайне редко. И вот уже много лет основная задача бортпроводников – делать все возможное, чтобы пассажирам на борту авиалайнера было комфортно. Позвольте вам что-нибудь предложить. Отлично, высоко, вот прекрасно. Конечно. В школе бортпроводников учат правильно подавать еду и напитки, сервировать тележку, обслуживать пассажиров эконом и бизнес-класса. На кухне показывают, где разогреть горячие блюда, что и куда положить, и как не перепутать рис с картофельным пюре. Сервис на борту самолета – это не просто вопрос из разряда «А вы какой сок будете, яблочный или томатный?», а целый комплекс навыков, изучить которые за один раз просто нереально. Сейчас будем раздавать горячее питание? Конечно. Что у нас сегодня на обед, Александр? Сегодня на обед мы предлагаем на выбор курица с рисом и осетрина с жареным картофелем. Что вы предпочитаете на обед? Девушкам преподаватель подскажет, какие украшения лучше носить и сколько. К примеру, колец на руке должно быть не больше двух. Учат даже, как правильно стоять и ходить по салону. Улыбка для бортпроводников – практически профессиональная обязанность. Первое впечатление, которое создается после того, как пассажир заходит на борт воздушного судна, создается от бортпроводника, от того, как он выглядит, с какой улыбкой он его встречает. И плохое настроение у всех бывает, и именно этому нас обучают. Забыть все свое плохое настроение дома, прийти на работу и начать все с белого листа. Обучение проходит не только на тренажерах и в специально оборудованных классах, похожих на салон самолета. Много времени будущие бортпроводники занимаются в обычных кабинетах, совершенствуют английский, изучают воздушное право, психологию и особенности менталитета пассажиров из разных стран. Сдав все зачеты и экзамены, выпускники школы получают направление на первые стажерские полеты. Всего вам доброго.
И пригласите нам, пожалуйста, Коневича Александра. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Уважаемый Александр Петрович, решением рабочей группы Высшей кольцевой комиссии вам присваивается квалификация бортпроводника гражданской авиации. Вы допускаетесь полетом на самолетах семейства А-320, А-319, А-320, А-321. Мы желаем вам успешных полетов. Торжественно вручаем вам свидетельство бортпроводника гражданской авиации. И достойно летать. Всего вам доброго. Сегодня отсюда, из аэропорта Шереметьево, я впервые поднимусь на борт самолета в качестве стажера. Но чтобы стать полноценным членом экипажа, мне нужно провести в воздухе не меньше 30 часов. И вот эти первые полеты, по сути, и есть самый настоящий экзамен для каждого выпускника школы бортпроводников. Экипаж приезжает в аэропорт за 2 часа до вылета. В терминале у авиаперсонала свой корпус. Людей без униформы здесь не встретишь. Подготовка к рейсу начинается с брифинга. Брифинг бортпроводников – это что-то вроде планерки перед вылетом. Здесь все члены экипажа знакомятся, если раньше вместе не летали, и распределяют обязанности. Интересно, что же мне доверят? Новичку. Это ведь мой первый полет. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Елена. Давайте познакомимся. Угрюмова Виктория Сергеевна, 4806. Шведова Анна Андреевна, 7056. Феоктистов Евгений Анатольевич, 6340. С нами сегодня стажер Коневич Александр. У него сегодня первый рейс, чем мы вас поздравляем. Мы летим в Санкт-Петербург. За час до взлета экипаж поднимается в самолет. У бортпроводников свой служебный вход. Вот, наконец-то я попал в самолет. Сейчас начнется настоящая работа. В первом рейсе стажер помогает одному из опытных бортпроводников. Все начинается с проверки самолета по чек-листу. Это специальная инструкция, список того, что необходимо сделать. Нужно проверить, чтобы селектор был в положении дизант. Нужно также проверить давление в трапе и основные станции бортпроводника. Нужно проверить их крепление. Вот здесь мы сидим, да? Да. Это наше кресло. Нужно проверить крепление станции, потом что находится в самой станции, аварийно-спасательное оборудование, потом противодымные капюшоны. Дымозащитный механизм и вода в туалетных комнатах, исправность кухонного оборудования и прием питания – все это зона ответственности экипажа. Подготовка к полету – это одна большая проверка. Бортпроводнику нужно не только посмотреть все аварийно-спасательные средства, но и проверить, в порядке ли ремни безопасности у пассажиров. И если где-то есть неисправность, нужно сразу же доложить старшему бортпроводнику. Так, здесь работает. Здесь тоже. Здесь. Собственно, и так все кресла, такая работа. Поэтому час, который уходит на подготовку, пролетает незаметно. А еще нужно успеть заварить чай, бортпроводники делают это сами, и приготовить напитки для бизнес-класса. В это время первые пассажиры уже заходят в самолет. Их нужно встретить, обязательно с улыбкой, сосчитать, запомнить, где сидят пассажиры с детьми, помочь разместить ручную кладь и постараться успокоить тех, кто боится летать. То есть сделать все, чему учили в школе для бортпроводников. Когда закроется эта дверь и самолет начнет выруливать на взлетно-посадочную полосу, моя учеба официально закончится и начнется работа в небе. Мой первый полет, и я ужасно волнуюсь. Так что пожелайте мне хорошей работы. Бортпроводников справедливо называют лицом авиакомпании. Их работа всегда на виду. Работа, в которой кроме романтики, есть еще и частая смена часовых поясов и климатических зон, перепады температуры и давления, постоянное эмоциональное напряжение и огромный груз ответственности за безопасность десятков, иногда и сотен людей. Но несмотря на все трудности, немногие бортпроводники согласятся поменять профессию. Ведь самое сложное для них – это возвращаться с небес на землю.